комната не закрывает. Ему было плохо. Я подумаю, а переводчиком, который приходил сработать с вновь изобретенным языком, было, конечно, не очень. И вот прошло 100 лет, и мы уже все понятно, что мы не раз. Да, то есть он говорил не просто на английском, а он говорил на английском, который он сам в эту секунду изобретал. Спорно, даже в отношении детей, которые мы затронули, с которыми фотографии, да, и с первого года.
за 150 лет, ну, хочется верить, что да, в некоторых своих проявлениях, хотя в некоторых других не изменялось. Давайте чайку передохнем и продолжим. Давайте. Объект 22.